А все знают о стереотипах и глупостях американских фильмов ужасов. Итак, представьте, друзья едут ночью в машине. А мы точно едем правильной дорогой? Конечно, я эту дорогу знаю как свои пять пальцев. Так почему тогда мы едем по старому заброшенному городу? Не дай бог, у нас сломается машина. Ребят, кажется, у нас сломалась машина. Господи, где мы? Что это за страшное место? Вот там что-то написано. Город убийц! А нет, там еще что-то написано. Город убийц! Андреевка! Нас всех убьют! Ребят, ну что за стереотипы? Почему вы думаете, что в таких местах обязательно должен жить маньяк, который всех нас убьет? Если вы не поняли, я тот самый самонадеянный парень, который умрет первым. Ну с чего вы взяли, что сейчас выйдет маньяк, такой будет из руки в руку нож перебрасывать, подойдет такой бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это все сказки, такого не бывает. Ребят, по-моему, кто-то в окно звонит. Да это просто местный житель, ща выйду, разберусь. Господи, зачем он пришел? Ребят, поскольку я очень наивен, я сейчас схожу с ним в лес и помогу ему принести батарею. Не ходи, тебя убьют! Тебя убьют, дурак! Ты дурак, не ходи! Какой же он самонадеянный? Он дурак, он не самонадеянный, он просто дурак! Ой, ну я в общем проснулась. А, кстати, где мы? Мы в городе убийц, в Андреевке! Штуковину нести. Я же говорил, все нормально будет, никто меня не убьет. Тогда почему у тебя нож в спине? Что ж оно не работает, да? Радио Шансон! Подливки еще Шансон! Господи! Господи, как же тут страшно! Я пойду поем. Настя, ты куда? Ну, Настя, не ходи, тебя там сейчас убьют! Да? Но это потом. Но для начала я расстегну пуговички, чтобы если вдруг за мной будет нас и маньяк, это бы выглядело сексуально. Настя, не ходи туда! Он тебя убьет! Все окна и двери. Блин, почему вся машина на щеколдах? Главное, чтобы сейчас не заиграла страшная музыка. Главное, чтобы сейчас не вышел маньяк. Главное, чтобы он не вытащил топор. Слава богу, это лучше. Ясно, мне надо бежать, мне надо бежать. Я не убегу, не боюсь, что я не бегу. Если вы не поняли, я тот самый маньяк. Если вы не поняли, обратитесь к репетитору. Стой, стой, стой! Ну зачем тебе убивать? У меня ведь есть родители, семья, у меня есть мама. Я уверен, что у тебя тоже есть мама. Да, у меня есть мама. Ну тогда зачем тебе меня убивать? Потому что я... Меня били в детстве. Наверное, тебя обзывали дрыщом. Что ты сказал? Маньяк, иди домой! Ну, мам, можно еще поиграю с ребятами? Нет, папа топорик купил. Ну, ладно. Хотя нет, ты можешь позвать с собой своих друзей. Да.
хотела сказать в конце. Слава богу, что в России не снимают такие фильмы ужасов. Смотрите хорошие советские комедии. Спасибо за внимание.